И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить второй Resident Evil GameCube версию на уровне сложности нормально, сценарий Клэра, на зачистку, нож плюс пистолет плюс арбалет. Так, мы дошли до полицейского участка, да. Ладно, давайте начнем отсюда путь наш. На этот раз, в принципе, без разницы. Спрей. Я тебя возьму, конечно, но я тебя уберу, конечно. Товарищ ты спрей. Арбалет у нас пустой. А, этот арбалет не особо и нужен будет. Можно его убрать, потому что мы найдем еще точно такой же арбалет. Ладно, идем вперед. Сейчас будет товарищ Лизун. Сражаться с ним не... пока резона нету никакого. Вообще никакого. Давайте перезайдем, хотя бы траву возьмем. Все-таки мне нужно хорошее состояние. Там следующая комната будет вообще набита толпой. Хотя не знаю. Я пока оранжевый. Есть ли смысл идти сюда? Давайте посмотрим. Может, патроны, если только. А будут ли они здесь? Вопрос. По-моему, за Клэрах здесь не бывает. Или бывает? Нет, не бывает здесь патронов за Клэр. В сценарии А. Окей. Да, вот следующая комната. Там надо по-любому кого-нибудь, но давайте я сделаю быстрое сохранение. Ну, чтобы не добегать это дело все. По 100 миллионов раз. Так, стреляем. Так, я двоих уничтожил. Успел скрипт сработать. Давайте посмотрим. А то он иногда просто не успевает сработать, что я его уничтожил. Нет, уничтожил. Сработал скрипт. Окей. Так, их тут двое. Ни хрена не вижу. Ух. Так, до Денджера довел. Падла. Ладно, убьем его. Можешь укусить меня, мне пофиг. Зачистили мы эту комнату, да.
берем травы. Почему я сейчас не подлечиваюсь? Почему? А все потому, что мне не страшны теперь вот в таком состоянии выпады ихние. Кто в ноги бросается. Так. Надо ленту еще взять. Давайте уберем пока все это дело. Да и траву можно убрать на самом деле. Там, похоже, сейчас никого не будет из врагов. Так, побежали статуи двигать. Ну как побежали? Похромали. Я просто не знаю, кого я дальше буду резать. Где будут эти зомби находиться. И может мне пока с Денджером и получше будет. Если я, допустим, мне еще кучу тысячу раз в ноги прыгнут, мне будет пофиг. Клэр быстро отобьет, потому что такой прыжок он не убивает. Он только до минимума доводит. Толкаем статуи. Так, патроны я взял. Окей. Сейчас возьмем камень первый. Хотя от лизуна в таком состоянии бегать, может, оно и не нужно. Так, ладно, заходим сюда. Тут никого нету. Да, никого тут нету. Заходим сюда. Что у нас тут есть? Гранатомет брать не буду. Чтобы лишнее время только не отнимать. Спрея тут нету. Так, патроны надо взять. Вот патроны должны быть. В Клэр А. Да, есть патроны. Отлично. И пойдемте брать медаль единорога. Отлично. Ну, можно записку взять. Выходим отсюда. Так, по-моему, сейчас тут никого не будет. Да, здесь будут позже. Позже тут будет зомбак. Сейчас нам надо медаль. Все, как и обычно, относить. Нет, наверное, все-таки надо подлечиться. С Денджер бегать не очень вариант, на самом деле. Особенно против товарища Лизуна. Там надо, наоборот, быстро пробегать. Поэтому возьмем траву, подлечимся по дороге, камень уберем пока один.
Руки, я надеюсь, меня не убьют. Надеюсь, не убьют. От рук я никогда не погибал в этой игре. Я очень сильно удивлюсь, если они могут убить. Так, ну они сами отстали. Давайте подлечимся, да. Хотя бы бегать нам от лизуна надо. Все-таки. Его же просто так не обойдешь, верно? Поэтому убегаем. На самом деле можно было бы убить лизуна с пистолета. Но это надо хилки тратить. Пока у меня желания такого особо нет. Давайте используем медаль. Берем ключ. Так, может быть, стоит пойти пока зачистить другие помещения? Я вот думаю. Или потом. Хорошо, давайте потом это сделаем. А сейчас пойдем вперед тогда. Так, тут аккуратно с лизуном. Мимо лизуна, аккуратно, пешочком, не торопясь. Убьем его позже. Главное до скрипта его убить, который заселит здесь потом зомби. А так он будет здесь всегда, в принципе. Так, тут у нас есть лента. В комнате видеоматериалов, ну, в архивной, в общем комнате. Так, патронов пистолета тут нема, да? Нету. Только рукоятка, рукояточка. Окей, двигаем стремянку. Берем рукоятку. Уходим. Бежим нафиг отсюда. Потом лезу, потом. Я хотя бы более-менее как-нибудь подготовлюсь к тебе. Потом за тобой вернусь. Скоро мы будем встретимся с Леоном. Так, что у нас есть? У нас есть лента. На кой она у нас тут есть? Давайте ее уберем. И рукоятку уберем. Там лизун будет. Пока не буду я туда суваться. Окей, пойдемте. На второй этаж. Там сейчас, наверное, будет зомбик. Шерри будет от кого-то бегать же, ведь правильно? Там будет зомбик. Надеюсь, что один. Вроде один. Один на один-то мы должны расправиться без проблем.
Слышь ты. Он быстрый какой-то. Ты чё быстрый ты такой, а? Или ты не быстрый? Но он не быстрый, средний. Отходим, 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 отходим. Попадаться на такой хрени совсем мне не хочется. Так, отлично, он прилег. Так, давай, иди сюда. Так, иди сюда, сказал. Сдох, что ли? Серьезно? Серьезно, он сдох. Сейчас будет встреча с Леоном. Так, заходим. Так, что у нас тут есть полезное? Патроны пистолетные. Замечательно это. Это очень замечательно. Тут у нас что есть? Гранаты. Не буду я их брать. Так, заходим в библиотеку. Ну, на третий этаж я не пойду, но вот головоломку с полками почему бы сразу не сделать? Не забрать первый камень. Да, тут у нас красный камень. Красная трава еще. Кстати говоря. Может, стоит вернуться за травой и подлечиться? Сейчас будут зомби. Которых я должен порезать. Он гад ускоряется. Давайте хотя бы от одного избавимся. Не подходи, гад. Ты сволочь! Вонючая ты сволочь! Ты что творишь? Так, он прилег. Отходим, отходим, отходим. Вводим, там уже следующий подходит, гад. Это плохо. Слышь ты, козлина.
Не хочу с ним иметь дело, пошел он нафиг. Это быстрый, что ли? Да не похоже. Так, ускоряется, гад. Отходим, 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 отходим. Черт, еще один подходит. Хоть кто-то бросится в ноги. Нет, давайте перезайдем. Что-то слишком я... как-то неправильно веду себя. Трачу драгоценные патроны в том месте, где их не надо тратить, в общем-то. Ну давай, иди сюда, козлина. Вот отсюда мы начнем. Так, он бросился в ноги. Я оранжевый? Я оранжевый. О, этот быстрый тип. Это плохо. Тип, ты мне не нужен таким быстрым. Не люблю я быстрых типов. Где ты, козлина? Отходим, 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 отходим. Отходим. Отходи, Клэр, отходи. Отходи. Нет. Ракурс плохой. Нет, блин. Так, отходим. Не хочу тебя видеть, тип. Отход. Так, отходи, Клэр. Слышь, ты. Отвали от меня, гад. Так. Давай, поднимайся, сволочь. Отходим.
Отходим. Отходим. А, прыгнул. Так, я до сих пор оранжевый, что ли? Странно. Странно это дело. Это дело странное. На самом-то деле. Ладно, заходим в зал ожидания. Сохраниться надо все же. Что у нас тут есть? Зажигалка. Есть файл, есть лента. Давайте сохранимся. Давно я вот это не делал. Так, мне нужна полная смесь. В ближайшем будущем надо подлечиться основательно. Так, сохраняемся. Давайте где-нибудь здесь сохранимся, и мы продолжаем серию, не завершаем. Сейчас будут два зомби. Два зомби. Два чайника. Медленный. Как так? А, нет, ускоряется, гад. Блин, ракурс дебильный. Ладно, замечательно. Так, где второй? Какой он? Нет, это какой-то спринтер. Я вот хочу, чтобы второй тоже был такой же медленный. В состоянии Danger я сейчас на самом деле... Мне не страшно падение в ноги. Если что. Ну ты где? Черт, ну он быстрый, гад. Ты будешь меняться-то вообще, тип? Если не будет, то я лечусь. И клал я на него. Тогда. О! Изменил скорость. Ага, хрен там был. Ты как сквозь текстуру входишь, тип? Козлина! Черт, я ни хрена не вижу. Я точно сейчас попадусь. Ух, чудом я не попался каким-то. Так, он опять изменился. Так, он прилег. Нет, отвали.
Так. Ладно, лечимся. Надеюсь, этот тип не будет прыгать. Мне в ноги. Козлина. Ты козлина. Так, ты готов? Нет. Что ж такое? Ты чё, тип? Тип, тебе немного осталось там. Так, отлично, готов этот товарищ. Замечательно. Я подлечен на 100%. Практически. Ладно, идем дальше. Тут сейчас у нас вороны какие-то есть. Какие-то вороны по скрипту создаются. Отлично. Ты где? Козлина. Отлично, готово. Это ворона. Так, берем патроны. Сейчас можно еще, конечно, ворон сразу перебить. Давайте еще. Так, это скриптовые вороны. Сколько их там было? Штуки 4, наверное, да? Может быть, да, где-то штуки 4, наверное. Там у нас арбалет, кстати. И толпа зомби. Что ж такое? Так, готово. Готово. Ты чё такая? Непробиваемая, а? Слышь ты, ворона. Ты чё такая наглая-то? Ну убивайся давай. Так. И штука тут одна. Отлично, готово. Так. Ладно, пойдемте за вентилем, за арбалетом. Хотя я мог бы, конечно, пока перерезать другую толпу, но ладно. Так, тут сейчас будет реально... Но здесь интересно с ними сражаться. А, нет, нет, нет. Женщина какая-то психованная оказалась. Давайте перезайдем.
Опять психованная. Так, нет, опять она какая-то очень быстрая. Давайте еще раз переспустимся. Может успокоиться. О! Вроде бы успокоилась, да? Отходим. Отбегаем. Так, их тут двое. Ах ты, мужик сраный. Ну ладно. Избавимся от мужика. Вставай, женщина. Так, продолжаем. Иди сюда, тетка. Ты где? Ух ты! Мужик сюда уже подошел, козлина. Мужик медленный. Ах ты, козлина, ты! Кто разрешал? Так, женщина сдохла. Трое сдохли. Иди сюда. Еще один медленный. Так, хватит мне кидаться в ноги уже. Хватит. Давай. Отлично, готов. Так, там еще один. Нет, нет. Че, все что ли? Четверо вас было. Ладно, заходим. Заходим сюда. Во-первых, берем вентиль. Во-вторых, берем арбалет и ленту. И ленту берем. Не знаю, давайте сохранимся. Кабина. Так, тут сейчас будут зомби. Так, осталась одна женщина, окей, ладно. Три патрона я истратил, окей. Вставай! Вставай!
Ага. Ты, козлина, иди сюда. Так, еще живая. Готово. Отлично. Так, все, туда не пройти. Зато стало чисто. Выходим отсюда. Давайте проверим. Так ли все стало? Ну да, тут никого нету. Пойдемте тушить вертолет горящий. Хотя... Или пока не будем. В принципе, у меня появился теперь арбалет. Можно пока не тушить его. Не знаю, просто... Вроде не должен никого восстановить. Но там черт его знает. Ворон нету. Окей, ворон нету. Там есть травы. Там есть травы. Так, пойдемте-ка, пойдемте-ка. Я хочу большой офис зачистить. То, что у меня появился арбалет, это замечательно. На самом деле. Так, берем патрон для пистолета. Так, иди сюда. Так, тот чайник вышел зачем-то. Зачем он это сделал? Никто не знает. Ах ты сволочь. Так, минус один. Ладно. Черт, их тут двое стало. Нет, давайте перезайдем. Не нравится мне это дело. Когда их тут двое становится. Мне это дело сразу не нравится. Так, главное одного забили. Так, сейчас ждем второго. Забью пока лежачего. Так, забил я лежачего. Так, этих становится двое. Выходит третий. Ну где ты, козлина? Вставай. Этот чайник медленный. Довольно-таки. Он довольно-таки медленный.
Давай. Черт. Вставай. Черт, я не вижу, плохой ракурс. Подходи. Нет, не подходи, гад. Так, этот сдох. Режем следующего. Падает. Падает. Так. Отлично, упал. Кончился. Этот медленный. Ах ты, сволочь. Медленный и в ноги упал, сволочь, зараза. Скотина. Тут можно взять еще ленту. Да. Тут можно взять... Нет, сейф скрывать бестолку. Там гранаты. А вот две травы взять, почему бы не... Почему бы и нет? Так, что у нас тут? Как обстоят дела? У нас тут... Толпа. Толпа зомби. Ах ты, сволочь! Черт, обманул, гад. Скотины вонючие. Так, ну ладно, их трое осталось. Хотя я... Доводит до Коушена. Готов. Значит, ему от арбалета прикольно так досталось. Ладно, подлечимся. Он может упасть в ноги, гад. Закончился.
А там что, все померли, что ли? Да, все померли. Идем следующую комнату зачищать. Хотя пойдемте к ящику сходим, надо убрать лишнее. Можно, конечно, пойти и взять и лизуна. Уничтожить. Но мне арбалет нужен будет в одной комнатке. Очень тесный. Так что его пока оставим. Лента. 9 штук. Так, пойдемте в следующий коридор. Там дофига зомбиков. Просто дофигища. Коль тут все сдохли, это хорошо. Так, ну я боюсь, он сейчас из быстрых будет товарищей. А если будет из быстрых товарищей, это плохо будет. Так, он закончился. Еще бы он не закончился. А, отлично. Женщина. Так, отлично. И останется один мужик. Я перезайду. Ты не быстрый. Но он набирает обороты. Так, нафиг. Ах ты, сука! Срань ты господня! Подловил меня, гад! Ну ладно, черт бы с ним. Желания переигрывать нет. Так, зайдем сюда, посмотрим, что тут у нас.
Патроны должны быть, да, вообще? Ну да, вон пачка лежит. Выходим отсюда. Коридор чистый. Что дальше? Что дальше? На самом деле можно пойти дособрать траву там была. Пойдемте сделаем это. Можно сходить, в принципе, уже потушить этот пожар. В принципе, его сразу можно было потушить. Ну тут я зарезал зомби, так что никто не должен заселиться. Ну да. Так, давайте уберем травы. Все травы уберем, потушим пожар. Так, уберем пока нож даже. Уберем пока нож. Можно, в принципе, за камнем вторым сходить. Будет. Но пока нет, пока нет. Так, тут же никто не заселился. На всякий случай проверить. Никто не заселился. Окей, тушим тогда пожар. Вопрос, что там будет в кабине, я не помню. Если гранаты, это плохо. Для моего челленджа, я имею в виду. Так-то гранаты, конечно, это хорошо. Но нет, патроны пистолета. Это хорошо. Это замечательно. Нет, никто не заселяется. Замечательно. Так, 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 так. Куда пойдем мы? Тут зачищено. Мужика оббирал я. Тут сейчас будет катсцена. Да, зомби бы исчезли бы, если б я не зарезал их. Так, тут что-нибудь полезное есть? Нету? Ну, лента, да, лента это полезно. Берем ключ бубны. Камни потом тогда. Вернемся. Лизуна здесь не будет в этом сценарии, так что можно не переживать по этому поводу.
Так, можно убрать вентиль, он не скоро понадобится. И ленточку пока уберу. Что я хочу взять? Зажигалку я хочу взять. Да, возьму я зажигалку. Может быть, сейчас пробегусь по второму этажу. На третий этаж суваться не хочется, там лизун. Да, там лизун, товарищ. Здесь хотя бы нет никого. Тут я брал. Вопрос, есть ли тут кто-нибудь? Надеюсь, что нет. Ну да, никого нету. Пойду схожу сперва за камнем. Так, тут никто не заселился больше. Нет, хорошо. Хорошо, игра. Я просто не хочу лишний раз где лизун пробегать. Поэтому пробежался с этой стороны. Используем зажигалку, берем второй красный камень. Несем его в ящик. Не знаю, почему я сразу решил его взять. Я думаю, серию заканчивать не буду пока все равно. Но сохраниться стоит. Стоит сохраниться. Или завершим серию на этом. Хотя нет, давайте закончим на этом серию. Надо взять арбалет. Зажигалку можно убрать. Одну траву можно взять. Так, берем ленту и сохраняемся. И я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих сериях. Пока-пока.